День работников нефтяной и газовой промышленности – праздник тех, кто связал свою судьбу с нелегкой профессией геолога, буровика, разработчика и другими нефтяными и газовыми специальностями. По традиции Андрей Гаранин поздравляет покорителей недр и ветеранов нефтегазовой отрасли. Накануне сотрудников «Газпромдобыча Ноябрьск» чествовали во Дворце культуры и нефтяник. Дорогие друзья, это очень сложная профессия, очень сложная работа, но она на самом деле очень благодарна. Когда-то работал в топ-аналитическом комплексе, знал, насколько это большая ответственность, что начиная от подписи, какого-то наряд допуски, от какого-то принятого решения зависит жизнь работников. Дорогие друзья, я в первую очередь хочу, чтобы ваша работа всегда была безаварийной, высокооплачиваемой, чтобы ваше руководство вас поддерживало, как и поддерживает наш город. В свой профессиональный праздник газовикам есть чем гордиться. Этот год для общества юбилейный. «Газпромдобыча Ноябрьск» отмечает 45-летие. Спрос на голубое топливо растет. Вместе с ним растет добыча и производственные мощности. Ни для кого не секрет, что главная наша ценность в нашей компании – это люди. Именно благодаря самоотверженному труду, вашему ежедневному, вашей самоотдаче, нам доверили очень серьезные проекты. И каждому из вас, в ваших коллективах, которых сегодня, может, не весь зал вместил, я хочу сказать спасибо за этот минувший газовый год, непростой газовый год. В этот же день торжественное собрание прошло и в филиале общества «Газпромтрансгаз Сургут». С 1 января текущего года мы стали одним большим целым микрорайон Курпэ-1 сейчас в составе нашего любимого города Губкинского. Конечно, мы здесь собрались, чтобы подвести трудовые итоги и поздравить вас с профессиональным праздником. Я знаю, насколько серьезна и ответственна у вас работа, что от каждого человека, который находится в коллективе, зависит стабильность и самое главное, чтобы была безаварийная работа на предприятии. В завершении торжественного собрания глава города лучших сотрудников наградил почетными грамотами и благодарственными письмами. Всего в этот день за профессиональные заслуги различными знаками отличия были отмечены более 70 человек.